Это вот осколок как раз от ракеты, которая прилетела в здание поликлиники. И вот здание, оно большое, здесь видно, что выбило стекла, обшивки больницы. Вот сюда вот прилетела эта ракета, место падения. Фактически вот. Это большое счастье, что попало только в поликлиническое отделение, где никого нет. Вот видно, что если бы были люди, сколько бы пострадало. Все стены испещрены осколками.